Привитос, амигос, снова вы и я, и новинка, игра под названием Парк от норвежской компании, которая последние несколько лет только и занималась тем, что разрабатывала массовые мультиплеерные RPG-шки. Ни одна из них, походу, не выстрелила, потому что я таких даже никогда и не слышал. И вот решили для разнообразия запилить игру в стиле хоррор или адвенчер, там по-разному в описаниях фигурирует жанр игры, то такой, то другой. Естественно, русский язык не поддерживается по традиции, да, в таких играх, ну, Layers of Fear, Dead Light, или как там, Dying Light, вот, они когда выходили, там тоже русского языка, естественно, не было, потом запилили любительские переводы, вот, здесь будет то же самое, если игра достойная, если потому что игра недостойная, хотя какая, Dying Light не очень-то достойная игра, но все равно перевели, в общем, она сделана на CryEngine 4, суть замеса в том, что мама потеряла в парке своего ребенка, вроде как, или отправила в парк, короче, она идет в страшный темный парк искать свое чадо. Вот тут опять какие-то предупреждения о том, что, очевидно, не надо играть слабонервным и беременным. Вот, про то, что со слабой психикой. Хотелось бы, конечно, чтобы такой хоррор, знаете, чтобы пивасик под кирпичи заходил там. Layers of Fear, конечно, задрали планку, да, и по графике, и по стилю, и по всему. Но, быть может, эта игра составит им хоть какую-то конкуренцию. Атлантик Парк? А, на острове Атлантик Парк. Надо было субтитры включить. Все время забываю, что они выключены здесь к хренам собачьим. Но что-то это не очень похоже на CryEngine 4. Мистера Медведя какого-то хочет. Классный у нее талисманчик с топором. О, какая. Жапецкий-то у ее мамашки. А, говорит, сиди тут, я сейчас, говорит, спрошу. Сейчас, подождите, надо найти субтитры, где они включаются. В геймплее, наверное. Не угадал. Включаются они в аудио. О! Есть ноги, смотрите, и даже какой-то намек на... Ну, это скорее на пивной живот похоже больше, чем на женские. О, Майкл Джексон. На ногами так не двигает, как по асфальту перемещается, что странно. Бега нет. Что не странно. Парк закрывается. Это похоже на каникулы с Гризволтами, где они приехали в закрытый парк. Интерактивный объект. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Atlantic Island Park. Трибьют. Ну, если написано, видимо, какой был классный этот парк. В 77 году вроде открылся или что-то вроде того. Ну что-то я не вижу, чтобы там возвышались какие-то крутые аттракционы. И тут ее начало не детски плющить. Но судя по тому, как она одета, это какие-то года 70-е, наверное, или 80-е. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. Малец пробежал в парк. Не стал ждать, пока мамка купит билеты. На какой тачке? А, ну вот, какие тачки здесь. Да, я вижу, что вот эта обитая деревом машина, это действительно 80-е года. Конец 70-х, начало 80-х. То есть это не наше время. Каллум. Она назвала своего ребенка Каллум. Каллум. Каллум к доске. Немножко похоже на Вилли Вонку. Хотя, что-то... Нет, это больше похоже на какого-то торчка. Посмотрите на его выражение лица. Это же просто пипец. Он из шляпы, наверное, не кроликов достает, а шприцы с героином. Никогда не видел, чтобы на входе в парк стоял эскалатор.
Но это такая неспешная игра, вдумчивая. Ходить по эскалатору не дают. Причем вот сейчас непонятно на самом деле. Вот если забыть, да, что я пришел, с какой стороны я подошел к эскалатору, непонятно, едешь ты вниз или вверх, по-моему. О, понеслась, родная. Давай, хоррор, мочи. Ну и все. Был парк, но Atlantic Island стал парк из Silent Hill. Silent Hill, городской парк. Эскалатор сразу включил вторую скорость, наконец-то. О, господи, парк. Что тут случилось? О, бег появился. Прикольно. К сожалению, ее титьки не подпрыгивает по физике. На правую кнопку мыши можно поорать. Забавная функция, конечно. Ты меня не поймаешь. На shift это переключение между бегом и ходьбой. То есть здесь не надо нажимать. Она мало давала ремня своему ребенку. Он ее вообще не слушается, ни во что не ставит. Это одна из... Это известный бич, точнее, мягкого воспитания детей. Что такое происходит? Кэрри Киллиан из Сатанс... Кэрри Киллиан, сатанинская шлюха. Прикольно. Но здесь, видимо... Как с обложки группы Король и Шут взяли. Ну, без фонаря там ловить, естественно, нехеру. Надо, видимо, бежать пока за мальцом. Хотя, странно, вроде хоррор, да, свет горит. Как это сказать? Щадящий хоррор. Что-то я слышал в этой траве. Экзамен. Это Калума ботиночек. А, чё, правильно, теряй шлепки, мамка новые купит. Чет Чипманк. Welcome, приветствует вас в парке. Чет the Chipmunk, worst in class. Worst in class. Chet can't even seem to pass. Chet get angry, like to fight. Chet in between every night. Chet will have an editing job. Chet will die. A useless slob. Ну, хер его знает, что это за стишок, но, в общем, Чет какой-то был худший в классе. Ни хрена ничего не понимал, походу. Был злой, любил драться. Beaten. Что-то каждую ночь битон. Ссался, может, хрен его знает. Dead and job. Что, закончил работу? Когда он умер, бесполезно что-то там. И все это про этого брундука, что ли? Круто ему кто-то... О, мужской туалет. Над женским даже свет... А, женский, конечно. Это над мужским нету света. Зеркало набито, разбито и на пол нассано. Постоянно это вижу. Так. Handwriting. О, стрелять, колотить. Сколько текста еще и таким. Соломон Айланд, ёптать. Еще и таким шрифтом нахреначили. Не-не-не, спасибо, в баню. У меня доктор, блядь, лечащий, лучше пишет, чем этот. Это шрифт. Вообще, я смотрел трейлер, там показали, как, что можно будет кататься на американских горочках. Вообще, надеюсь, что в этом парке можно будет на чем-нибудь прокататься. Кто это стонал? А, в реале-то я в парках не очень люблю кататься. Ну, когда был помельче. Тогда как все катался. Вон, Каллум на лодочке поплыл. Не видно, но он поплыл. Вот, а потом в первом классе где-то у меня случилось сотрясение мозга, видимо, тяжелого разряда, без соответствующей медицинской помощи со стороны учителей.
И больше кататься я на аттракционах, которые вверх-вниз не могу. У меня я не выдерживает мой вестибулярный аппарат. Я первое время даже на качелях не мог качаться и быстро на машине ездить. Что-то со временем поборол, что-то не смог. Ни хрена не видно. Где утки? О, мамка-то модная, бля. Как у этого лебедя фары включить? Кстати, у нас ни в одном, по-моему, парке нету вот таких аттракционов, типа поплавать на лодочке по пещерке там. Как-то в Америке как-то парки не более, что ли, массивные. У нас парки стараются делать какие-то такие более с более компактные, знаете, ну нету таких больших парков. They were very poor and had very little to bite or sup. Мужик любил ходить на барбекю? What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. Пошли в жопу. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. Что такое? No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all four starve, you fool. Рассказывает какую-то историю, видимо, про то, как кто-то убил своих детей. А, это Хансель и Гретель. Он отвел их в лес, а они по крошечкам пошли там. Но это мы знаем, это можно не слушать. О, какие-то стоят люди. Ну так вот, у нас стараются парки делать какие-то более компактные и более с такими агрессивными аттракционами. То есть постоянно какие-то там горки, эти катапульты всякие, там эти ракеты, торпеды. Как-то нету таких парков семейного отдыха, где там какие-нибудь лодочки, кораблики, чтобы там вот так вот по тоннельчикам поплавать. Комнату страха не везде найдешь, по-моему. Сенсорная белка, походу, следит. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself. Хотя, наверное, смотря от парка зависит. Я вспоминаю, что я был в Сочи, в их парке, это, Ривьера. Там агрессивного практически вообще ничего нету. Одна горка. Вот там парк такой реальный. Ну, там больше гулять можно ходить, по-моему, чем на каких-то аттракционах кататься. Их там немного, как-то сравнительно. Ну а так вообще уже давно принято мерить крутость парка крутостью каких-нибудь американских горок и жопоразрывательностью каких-нибудь там аттракциончиков. Очень познавательно плыть по этой пещере и слушать дебильную сказку, которую все знают уже наизусть. Даже причем Хансель и Гретель — это этот немецкий эпос, да? У нас в России эту сказку в детстве никто не читал и не знал бы, но уже посмотрели фильмы про это, мультики. О, нифига тут эхо. Ну, они пришли в пряничный домик, там ведьма захотела пихнуть их в печку, блять, как вторую включить? Утка, плыви быстрее, господи. Ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Маленькие мышки. Кто забрался в мой домик, мелкие ублюдки? И старая женщина. Что-то там. Ну понятно, она захотела их сожрать. Я думал, что в этой игре на удачу могло быть текста поменьше, чем вот, ну, примерно как в Layers of Fear, да? Layers of Fear можно пройти без перевода. Там за всю игру где-то 10 записок найдете. Послушайте 4 раза, или сколько там, 6 раз аудиозаписи с субтитрами. И, в принципе, без этого все довольно понятно. Но эта игра, видимо, исключительно про текст, про субтитры. Да, игра от бога.
Вы представляете, вот ощутите скорость, с которой движется эта уточка, и представьте, сколько времени еще... О, блядь. Вот тут я немножко какнул. В левую штанину, это что было? And put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he's fattened up. Грета взяла у ведьмы Нимбус 2000 и улетела на этой швабре на луну. Конец сказки, давайте. Time passed, and poor Hansel refused to eat. Вон конец, слава богу, конец уже. The witch, for her part, сейчас Хансель и Грета закинут эту бедную пенсионерку в печку и сожгут ее живьем, потому что, судя по ее шляпке и носу, она та еще еврейка. Грет сказала, я не знаю, говорит, как открывается дверца, а старая ведьма сказала, дура, блядь, вот так она открывается. И тут Грета как вломила ей сзади по почкам и утрамбовала ее в печь так, что одни костыли торчали. А Хансель и Грета это братьев Гримм? Сказка или... Не, ну точно не Андерсона, потому что вот Ганса Христиана у нас читает вообще-то и в школе, по-моему, поначалу, и в детских садиках. А вот Хансель и Грету я вот вообще не помню, чтобы читал где-то. А потом они ее сожрали. Вот эта тема. Да. Вот это я понимаю, хэппи-энд, твою мать. О, ёпта. Ох ты, маму делал. Чё с этим лебедем? Нифига себе, уточка. Спасибо, что покатала, я на выход. Вот тут где-то мой тупой сыночек бегает. Будет еще лет 10 потом в углу, сука, стоять коленями на горохе, блядь, за то, что убежал, маленькая тварь. Да, надеюсь, что другие аттракционы повеселее будут, потому что этот был явно не очень какой-то. Слишком пассивный, можно было его... Я читала ему эту сказку. The old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that животные, story. Птички, родители. Not mother and son, but brother and sister. Imagine. Hand in hand against the unkind world. Imagine это типа калейдоскоп, что ли? Looking for our own house made of candy. Looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places, where the tree branches reach like claws. Короче, это что-то типа вроде как Итана Картера получается, игруля. Там тоже ходишь, бродишь, типа что-то делаешь, якобы хоррор. Ну опять что-то написали. О, там кому-то мозги вон вышибли. И нож медведю в башку воткнули. Суровый парк. Что-то как-то не похоже на парк. Почему он весь в камнях, в скалах каких-то? Мне казалось, что парки должны на полянах на каких-то на ровных располагаться. О, колесо обозрения. А, вот, наконец-то мы попали на нормальные аттракционы. Странно вообще, что они на входе поставили своих унылых лебедей. Их надо было где-нибудь спрятать в серединке там под конец. Смотрите-ка, на озере. Аттракцион осьминог на озере. Осьминожка. Уии, круто как. О, круто. А что это такое? Стейтмен. Репорт какой-то. От шерифа.
Что-то тут случилось, походу, да, с кем-то? Фрэнк. С кем-то Фрэнком. Во время хаоса. Everybody was... Все бежали. За этим парнем, что ли? Stabbing везде. I speak. Кровь. Короче, походу, тут что-то случилось. Была давка какая-то, и какого-то пацанчика, видимо, затоптали, насколько я понимаю, из этого текста. Ну, понимаю, я, возможно, неправильно, но мне кажется, что-то вроде этого здесь написано. Видимо, парк закрыли из-за череды каких-то трагедий. Ну, наш-то засранец тут ни в какой машинке сейчас не катается. Говнюк мелкий. О. I can't get on while it's moving. Надо остановить, чтобы прокатиться-то. Уменьшить скорость. I can't get on while it's moving. Ну все, она останавливается, спустите меня. Yeah, fuck. Это я люблю. Я помню, на таких катался, космические кораблики были. Тут у тебя был штурвал и телевизор с прицелом. И ты как бы стрелял по другим корабликам в этом телевизоре, да? И они лопались, взрывались. И в это время у людей, которые катались с тобой рядом на аттракционе, ну, на соседних самолетиках, у них этот монитор выключался, то есть и начинало трясти этот самолетик. Ну, а пока ты целишься, естественно, самолет еще выше, ниже подымался, там, накренялся. Ну вот, я нескольких человек подбил, потом меня замочили. Ох, и тряхануло. А, блядь! Сука, что-то не ожидал этого. Пошел в жопу! Я думал, просто будем кататься. Суровенько. Ай, нравится. Хороший аттракцион. Что-то мало, правда. И за это, наверное, содрали пару долларов. Интересно, в Америке дорого на аттракционах кататься? О, смотрите, вон он в будке стоит. Давай, поддай газку, Джиперс-криперс, хренов. Какую максимальную скорость, возможно, выжать из этого куска дерьма? Вон спидометр, видите? Посмотрим, можно ли сломать этот аттракцион. Сейчас этот остров взлетит на этом пропеллере, как вертолет. Дадим-ка просраться этим детям. О, смотрите, как быстро, да? Но я сейчас, по-моему, на такой же скорости летал под конец. Ладно, ништяково. Пойдем на следующий. Так, там у нас что? Там борода какая-то. А вот там колесо обозрения. На колесо обозрения хочу. Люблю большие колеса обозрения, с которых что-то видно. А вот не понимаю маленьких. Там бывает на площадке у какого-нибудь торгового... О, дерьмо. У какого-нибудь Ашана на площадке стоят эти мини-аттракционы, там мини-колесо обозрения. Нахрена оно нужно? С него ничего не видно. Что-то правила игры не поменять, что ли? How much money it takes? Сколько денег взял, я возьму. Что-то ниша. Да, пошла в жопу. Много текста. Интересно, этот аттракцион не сломается, если я его так и оставлю. Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callan, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled red balling thing and I thought, is that it? Да пошла ты, блядь, нахер, ёб твою мать. From expectations, and the world that I had built for Callan was no different. He was so real. So there, and so far from my expectations. Ну, тут опять какие-то откровения. Не получится и посочувствовать, потому что я нихера не понимаю.
All of the love that we shared, all the warmth and goodness that followed, built on a single traitorous thought. Ну смотрите, блядь, какие объемы текста здесь просто вообще. Я даже не хочу людей напрягать, чтобы это переводили. Это просто пиздец. А, сука, блядь! Я подозревал, что что-то будет, когда я уберу эту записку, но все равно. Ну почему она, блядь, не бегает-то, ёпта? Сломалась, что ли? Видать, это сфинктер сжался, с сжатым не побегаешь. О, машинки. Ну, это автодром, но автодром, походу, поломанный. Сегодня кататься не покатит. Или можно? Я помню автодромы. Они все похожи друг на друга. Но здесь какой-то огромный прям автодром, да? Я таких больших не видел. Обычно вот четверть от вот этого нормальный размер автодрома. А вон включенная машинка стоит. Я очень быстро перестал помещаться за руль этих машинок, да, тут, ну, выше ростом 1,70 м уже коленки как бы упираются там. Я быстро вырос из этих машинок. Отстой. Accident report. Опять что-то случилось. Daring the transport. Звезда, грузовик, водитель, Фрэнсис, Декстер, водитель грузовика. Я не видел никого. Позади что-то там. Никто не сказал, шериф. Фотокопия. Как... Ох, блядь. Фотокопию-то посмотреть. Что такое? О, нихера себе, вот этот замес. Где этой сатане права давали? Она хочет, чтобы я пошел туда, по лесенке, да? Жесть какая. Какое-то время после скримера главную героиню трясет, и она не может бегать. It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. Она оставила своего мальчика спать в машине, шериф увидел, и что-то там в суде были какие-то разбирательства, что ли. I know what you're going through. My daughter, Helen, she... Just get some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. Помощь, I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said... Yes, sheriff. Она что-то хотела сказать. Да возьми пистолет, застрели меня. Она была в агонии. Видимо, себя винила в этом, но сказала только да, шериф. Не знаю, чем это. Блять, ну еще лучше, вообще еще меньше, вообще ничего не видно. Confidently, the problem. Ай, херу поймешь. Очень много писанины здесь. Это какая-то, видимо, глубокомысленная игра, адресованная, видимо, безответственным матерям, которые безответственно относятся к своим детям. Но я-то никогда не стану безответственной матерью. По одной простой причине, мне нечем рожать. И я не дам никому еще до кучи. Поэтому мне до фени, чего вы тут, блядь, несете. А, вот, закрыли. Она говорит, это место закрыли, для меня это не сюрприз. 28 сентября 80-го года. Инспектор, комментарий инспектора. После осмотра парка, что-то там. Х
хер его знает. Хули умничать, все равно ничего не понимаю. Постоянно два рычага. Скорость больше, скорость меньше. Так и я могу работать. Интересно, зачем-то здесь остальные кнопки нужны, если здесь решают только две. Добавить скорости, убавить скорость. Блять, прости господи, убавить скорости. Остальные-то тумблеры что здесь делают? Музыку включать, что ли? Снова этот брундук. Посмотрим, как там на американских колесиках. Но какая-то узкая кабинка такая. Я помню, было у нас колесо обозрения, где сиденья стояли по кругу, а в центре был такой руль. И можно было, крутя этот руль, вращать сиденье как бы вокруг него. Ну, за него браться и вращать сиденье. То есть, мало того, что колесо крутится, еще и сидухи в кабине крутятся. Но во многих кабинках это все было заклинено, естественно. Почему-то здесь цепочки нет. Цепочка безопасности же. Такое было лютое правило, что надо обязательно надеть вот эту цепочку сюда. Как будто эта цепочка помешает кому-то вывалиться из кабины, ей-богу. Ну тут кабинка такая с крышей. Да, высоко можно здесь подняться, но вокруг одни ссаные горы, ничего не видно. Это неинтересный вид. Can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Да. Познавательный тур вокруг оси этого колеса. Успел даже по телефону поговорить, пока вращаюсь. Ну что, скример-то будет какой-нибудь? Сейчас, наверное, припаркуемся, кто-нибудь за жопу схватит. Ага. Добавь-ка газу. Интересно, что это за ведьма там постоянно стоит? А, кабинки в виде солнышка сделаны, смотрите. Или звездочки какие-то. Так, ну посмотрим, какая максимальная скорость. У этой хренотени. 30. На спидометре 30. 30 чего, интересно? О, смотрите, как быстро полетело. Успей-ка запрыгнуть, ёптать, на ходу. После меня, чувствую, этому парку такие счета за свет придут, что они вздернутся там нахер. А, слушайте, быстро. Так бы пару кружков прокатиться. Так, куда дальше? Вниз, направо или налево? Очень много чего понятно. Октотрон. Я был на октотроне. Бамбер Карс. Я был на Бамбер Карс. Мне надо попасть на Туннель of Tales. Это я там был? Туннель of Tales. Знакомое название Tales. Мне надо роллер костер. Роллер костер. Видимо там. Громко, сука, скрипит это. Колесо могли бы покрасить за столько лет. Чё оно такое ржавое-то? О, кабинка оторвана. Догадана, оттуда оторвался. Да, вон одной не хватает. Я, наверное, провафлил пока, сука, опять по телефону. Базарил. О-о-о. Еще парочка припарковалась. Отлично вообще. Так что было у куклы на руках? Ничего. Фломициндер какой-то. Ну давай, начинай бегать уже. Задолбала ты, инвалидка.
Конечно, CryEngine 4 тут как-то и не пахнет, по-моему. Тут даже третьим-то и не пахнет. А, Unreal Engine даже, Unreal Engine 4. Многие люди идолизируют своих детей. You hear them talking about their kids and just the way they talk. Their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Сдавалось 9 месяцев, как рабыня. Feeding them, little life-sucking monsters who take and take and take until... We all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Сдается мне, что они очень любят своего ребенка. Serve the little fuck right if I just abandon him. Callum! Abandoned him. I always wanted to ride this one. Ура, американские горки. Вот это интересно. Ну, в парке здесь не так много аттракционов, так что они очень быстро здесь закончатся. О, ништяк. Ну чё, пугало уже на месте? Давай подбавь газу, старая. Это ж старуха из Хансель и Греты. I. О. That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. Она за мной сидит. The antithesis of what we stand for. Where is Callum? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Парк очень голоден. Tell me where my son is. The witch has it now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. У этой сказки счастливого конца не будет. Fool, you always were. Говорит, просто оставь меня одну. О, да, понеслась. Ха, круто. Я ждал этого всю игру, мать вашу. Давай, сучка. Вау, что это было? Жесть какая-то мелькает. Дайте просто покататься. А где крутые повороты-то? На таких горках и я бы смог, ёптать. Ни одной мертвой петли. Там даже что-то написано, но я не успеваю прочесть. Кентраст? О, да. О, Келлима. Переехали. Что-то не можешь доверять или что-то. Типа этого что-то написано. Давайте еще круган. Еще хочу круганчик. Один круганчик хочется. Нет? Ну мям, я хочу еще кружок. О. It works. Это работает. Транспорт и storage механизм. Короче, хер его поймешь опять. Убогий шрифт, убогий язык. Сука, как они задолбались со своими инди-проектами, блять. Ни на одном языке мира больше не написано. О, что это, топор, что ли? Нифига себе. Ура, мне перепал фонарик. Наконец-то. I'm not playing anymore, Callum. Я бы, конечно, лучше взял еще топор с собой на всякий случай. Хрен узнает, от кого тут отбиваться придется. Блин, а ты будешь работать? Callum has bruises on his arms, finger marks. Someone has been hurting him. I've asked him, demanded really, to know where he got the marks, but he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. Doesn't dare talk. Я его о чем-то спросил, но кто-то припугнул его молчать. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. Sinister. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers.
Он хочет поговорить со мной, хочет что-то сказать мне. Но когда я вижу его каждый день, он хочет забрать моего ребенка, я не могу сохранить его. Но я люблю его. И что-то не могу понять, почему, что ли, что-то такое. Как фонариком-то посветить? Дали фонарик, а он не работает. ЕФ. Каллум? Каллум! Тут закрыто. Вака Джек. Ну это тут, видимо, всякие тиры должны быть, да? Но здесь нихера нету. О. The whole town was shocked by that one. Cotton Candy. Never found out who did it. Corpse Livings. Ну вот, тир, да. Или тут как в халате надо тоже было найти все записки. Да, чушь полнейшая. О. Нет? А, во. О. Poor bastard. Who did this to him? Какой-то там ублюдок, кто это с ним сделал? Кто-то дал ему по башке. А я знал, что кто-то будет сзади стоять. Я жопы почувствовал. Ну все, теперь могу дальше пройти. Брундук кого-то вальнул. Блин, ну и чего? А, теперь здесь что-то появилось на столике. Таблетки. Флакс фармацевтика. У мамки еще и татуха там. Оу. Да, она ширялась, походу. Или закидывалась. Вон, вот притон, пожалуйста. Ты мать или не мать? Да, она наркоманка была. Вот так вот. Не верь никому. Не верь ничему, что говорят тебе говорят. Бойся бугимена. Stop picking your noise then. Ты шумишь. Стоп, хватит чего-то. Ну так и чего. Оу. Повернуться. Мишки загородили проход, что? Don't touch me, Callum. I'm sorry. Callum, прости меня. Время будущего. Future Times. Все, открыли. Открыли дорогу наконец-то дальше. О, она еще вены вскрывала. Ебать колотить. Хуя мамашка. Досталась кому-то. Так кто же ей? Кто же ей, интересно, вдул-то, ёптать? Суть по тому, что
семья у них неполноценная, да? Ну, как бы, как-то сказать. Папки-то у Кэллома почему-то в этом парке, ну, батька-то с ними сюда не приехал. Она мать-одиночка, еще и наркоша, еще и, блядь, психопатка. Ребенок кричит. The tears of jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide. Суицид от одиночества. Лицо ведьмы. I hate that sparkle in her weathered, watchful eyes. I think Callum is waiting for me inside. Я думаю, Кэллум ждет меня внутри. This isn't a game, Callum. О, что это загрузка? Это первая загрузка во всей этой игре, нифига себе, что это такое? Это отдельный уровень, к которому загрузку запилили. А вот. Начинается, видимо, самый дьявольский хоррор с фонариком. Мне кажется, он весь такой должен был быть с фонариком. Атлантик Айланд закрылся, закрывает ворота. Я должна подумать. О, отврат какой, шкура волка, смотрите. Show yourself. А, я понял, это комната страха. Вот гестаповец с автоматами, с перфораторами, с гвоздометами. Дьявол какой-то. Ёб твою мать, чё у неё с глазами? Походу, мамка Кэллума знает, где камень пробить. Ай, блядь. Без всяко, ну. Я видел эту белку в зеркале, что ты гонишь? Лучше бы в комнату смешных зеркал пошла. Кривых. Я чуть не врубаюсь, а что страшного, если здесь одни картонные картинки? Какая-то странная комната ужасов. Комната страха, вот правильно называть. О, вон наша ведьма. Точнее, одна тень от нее, я не знаю, где она стоит. Внизу, что ли? Что это такое? Leave me alone! Ну это заход на второй круг, нахер он мне нужен. Я думаю, что здесь записка лежит, но здесь нет ни хрена, и бега нету. Ни черта нету, отстой. That sucks, motherfuckers. Кстати, я дрогнул, каюсь. Я иду и думаю, а чё он лежит-то? Stop! Чё за бу? Make me look at it. А, вот Пейдж. Инцидент, and I cannot dismiss them
as random chance. Случайный шанс. Что-то там парк работал, но что-то случилось с его функциями какими-то, блять, хуй поймешь. Да. Вроде и думаешь такой, да, надо бы язык выучить, но, бля, ради таких игр. В нормальных-то играх есть перевод, все нормально. Вот в таких перевода нету. В которые, как бы, играть-то не очень хочется. То есть можно пережить то, что ты не знаешь языка. В принципе, должно быть по сюжету-то все ясно, все понятно, но что-то... Но такого, но этого не происходит, я нихера не понимаю, что происходит. Мамка у Кэллома была та еще говнюшка. Шлюха и наркоманка. Это все, что я понял. И что дальше? Почему Кэллом от нее убежал? Вот Silent Hill бы такой сделали. Это был бы номер. Это был бы номер, я бы увидел там скримак и, наверное, помер. Дисконнект нотайс. Разрыв на линии. Про мультиплеер что-то пишут, херня. Хангер. Don, watching from the dusty corners while I try to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum, did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now. I'll still remember, drop of Callum affected Bill, fix Favet. Классная кухня. Стильная. Зачем мне вертеть эти предметы в руках? Для чего? Хавчики есть, синька есть. Чё, нормально все. Живет семья, никого не трогает. У нас власть, наверное, такими играми вдохновляется, когда свои ювенальные юстиции выдумывает. Мисс Мэллард. Так, ага, это письмо официальное. О медикаментозном лечении. Хотим убедиться, что вы принимаете лекарства, что-то типа. Если вы чувствуете себя нехорошо... Свяжитесь с нами, обратитесь в местную психическую клинику. Желаю вам хорошей жизни. Желаю вам всего хорошего. То есть маманька-то наблюдалась у него в клиниках, в психушках. Ну здесь вообще, блядь, шрифт просто, я не знаю, шекспировский какой-то. В жопу даже разбираться не хочу, что намалевано. Суд, мисс Миллард. Мистер Дональд Вильямс. Что-то завершено. Иск, что ли, закрыт. Мы информируем вас. Settlement form. Что-то там про смерть написано. А, это суд о родительских правах. Свяжитесь с мистером и миссис Вильямс. И они разрулят вашу ситуацию. Берс Дональдсон Кэллом. Она дала на усыновление своего ребенка, что ли?
когда спросили его, вы долго не контактировали. Я понимаю, это тяжело. Походу, да, походу у нее отняли ребенка и отдали его в приемную семью. Мне кажется, здесь написано об этом. Тогда кого она в парк привела? Воображаемого ребенка, что ли? И что я тут второй раз хожу? Вот опять ее таблетки. Зальфит. 100 таблеток. Колеса. Я видел уже эти рисуночки. О, молец. Вот пиздюк, блядь. Винишка. Говнишка. Что вы ему сказали? Show yourself. Покажи себя. Show yourself. Give it to me. О, как все перекособочило здесь. Я ужасная мать. Где он? Где мой мальчик? Кепка в кровище. Она его ударила? Не оставляй меня. Что вы с ним сделали? Дайте мне посмотреть на него. Она его стулом, что ли, огрела? А, он упал. Упал со стула и ударился головой о пол. Леща, наверное, дала. Thank you, William, for the new watch. It's very nice. It has made me a happy girl. Спасибо, Вильям. Что-то новый посмотреть, что-то такое. Что еще раз пересмотрели. Это очень хорошо. Вы сделали меня счастливой, Кэрол. Не знаю, о чем это. Я уже на 80 этажей вниз спустился. О, куклы. Куклу повесила. Или повесил. Может, малец с ума сошел? Жесть какая началась. Охренеть. У нее все-таки поехала крыша, походу. О, черт. Что происходит-то? Сюда нельзя? Шаги какие-то были. Вау-вау. Чё это дымится? А-а-а.
Это тоже письмо или другое? Fucking insane. Вы не слушаете разум ума и тела. И вы опасны для всех окружающих. Вы не слушаете голос разума и тела. Пожалуйста, напишите. Это единственный выход из the sound be drugs. Should be drugs. Короче, наркотики, что-то про наркотики. Вы курите. Принимайте оральные колеса. Возьмите. Что-то все, что может. Make you feel a little better. Может быть хуже. Если. Что-то никого не волнует. Никто не может. Никто не может помочь вам сейчас. Don't fuck this up. Это что за записка такая? Что это, блядь, доктор прихуел, что ли? Интересно. Но суть замеса ясна. Где уже конец-то этого? Рисуночки. Интересно, только при чем здесь парк? Гребаный ты день сурка. Ёб твою мать. Forget. Don't dead. А, это куклы. Или не куклы. Может, наркоманы повесились? Бля, жесть какая. Бля, может хватит, ёб твою мать? Где финиш тоже? Пора узнать развязку и закончить с этим дерьмом. О, наконец-то. Библиотека какая-то огромная. История, которую я рассказывал опять и опять. Поняла мир что-то или не поняла. Два ребенка в лесу потерялись и встретили ведьму. In the oldest version of the story, mother and the witch were the same person. Старая версия этой сказки. Never wanted to be the witch, but I am. Я. Она ведьма. В старой версии сказки что-то там ведьма была ведьмой, а сейчас ведьма это я. Что-то вроде. Она что, сына своего сожгла, что ли, сожрала? Broken today, it has been so long inside. Нихуя не понимаю. На слух я как-то лучше воспринимаю этот ваш английский язык. По тексту так вообще борода какая-то. Is without sparkle. Ну где мы находимся, вообще что-то не отдупляю.
Хансель и Грета. Что за секретная дверь здесь? Подвал какой-то. Заставочка. Келлом, ты заебал это повторять уже. А сзади мистер злобный брундук по имени Чет. О, у него Ктулху на футболке. Ой, да ладно, быть этого не может. Она убила ребенка? Себя. Да ладно. Чего аборт не сделала, если он был настолько тебе не нужен? Это все? Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Ну вот она уже, видимо, в полиции. Он ей говорит, не вини себя. Что значит не вини себя? Take a deep breath and think about the last place you saw your son. А, она его типа не нашла. Вспомните последнее место, где вы видели своего сына. В моем сердце и разуме в Атлантик Парке. А, я понял, она убила его и пришла всем рассказывать, что она его потеряла. Насколько я понимаю, все дело в этом. То есть наркоманка убила сына и пришла всем нассать в уши, что она потеряла сына своего. Вот такая вот суровая психоделическая игра. Да, конечно, с переводом было бы лучше, но выйдет он, блядь, наверное, через хрен знает, через полгода, судя по объемам текста, да? Layers of Fear, сколько они переводили? Ну, очень долго. А здесь текста в разы, в десятки раз больше. То есть переводить и переводить, и русифицировать все это. Но, как я говорю, обычно в общих чертах все понятно. Вот, кто владеет английским и понял по переводам, по тексту, вернее, что-то больше, можете поделиться со всеми инфой в комментариях о том, что это вообще такое было. На этом, собственно, все. Игру скачал, игру прошел шустренько. Да, не сам, конечно, может было бы интереснее, будь она на русском, но, блин, что поделать. Либо она будь на русском, либо чтобы, если бы я знал английский, я знаю одного, кто английский знает. Но там, скорее всего, смотреть будет скучновато. Да, никаких вам заставок после титров. В общем-то, вот. На этом все. Так что пишите свои версии, пишите, кто что перевел. И что-нибудь там нажмите где-нибудь. На этом все. Адио, амигос. Печальный конец печальной игры.